Всем большой привет! Это канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю очень вкусный и полезный хлеб ржаной с льняными семечками. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого хлебушка мне понадобится 150 мл теплой воды, 180 граммов зрелой закваски, освеженная она должна быть, у меня здесь пшеничная закваска, на муке первого сорта, чайная ложка соли, столовая ложка меда, 2 столовые ложки льняных семян, 230 грамм муки ржаной и немножко пшеничной муки первого сорта для вымешивания теста. В миску выливаю воду, добавляю соль, мед, добавляю закваску, все хорошенько перемешаю. Положу семечки льна и теперь постепенно добавляю ржаную муку, буду замешивать тесто. Вот такое тесто у меня получилось. Накрою полотенцем и оставлю так на 30 минут при комнатной температуре. Прошло 30 минут, я подготовила формочку для хлеба, смазала ее маслом растительным. Теперь руки тоже смажу маслом. Немножко разомну тесто. И выложу его в формочку. Форму закрыла пленкой, теперь оставляю в теплом месте на расстойку. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. Хлеб расстоялся, увеличился в 2 раза. Ставлю его в разогретую духовку. Первые 15 минут выпекаю при 230 градусах с паром. Далее огонь убавляю до 180 и допекаю уже окончательно. В основном хлеб у меня печется где-то 50 минут, плюс-минус 10 минут. Главное, чтобы лучинка была сухая при вынимании, тогда хлеб готов. Хлеб обязательно нужно выпекать с паром. Пар можно создать либо с помощью пульверизатора, обрызгивая стенки духовки, либо можно поставить ковшик или чашу с водой и потом ее вынуть, либо можно положить на низ духовки несколько кубиков льда. Я всегда использую пульверизатор. Вот такой очень замечательный, ароматный, душистый хлебушек у меня получился. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вы останетесь довольны. Хлеб полностью на ржаной муке, с льняными семечками. Это очень полезно и очень вкусно. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока-пока!